Стала известна причина досрочного завершения саммита США КНДР. Как пишет британское издание «Таймс», переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына закончились на 2 часа раньше из-за отказа Пхеньяна закрыть секретное предприятие по обогащению урана. Речь идет об объекте под названием «Кангсон». Его обнаружила американская разведка. Предположительно, по этой причине не случилось подписание Ханойской декларации в завершении саммита. Напомню, Дональд Трамп назвал переговоры продуктивными и заявил, что Штаты получат возможность провести инспекции ядерных объектов в Северной Корее.